Всем привет! Сегодня воскресенье, 18 сентября, и сегодня очень теплый денек выдался. 4 часа дня, плюс 27, невероятно после недавних такой прохлады. Я одел легкую одежду, шорты и сандали. И решил выкатиться, проехаться по своему стандартному маршруту. Иногда я по нему езжу, он такой... Я сказал, лайтовый и интересный, и там есть и горки, и спуски. Ну, в общем, там все так компактно вместе собрано. Правда, есть одна горочка, которая очень мне не нравится. Вот. И, в общем, хочу сегодня записать этот маршрутик, проехаться, посмотреть, как оно получится на камеру. Все пойдет на Страву. Вот, запишу маршрутик. Ну, в общем, прокачусь. Отдыхаю. В общем, поехали. Настраиваю камеру, как она будет смотреть. Честно говоря, что хочу сказать, крепление у меня очень сильно разболталось, и камеру теперь на малейших кочках колбасить просто неимоверно. Нужно покупать новое крепление, наверное, потому что лямки у этого, или купить лямки, вставить, если они продаются отдельно. Потому что это вообще, я вот попробовал, лямки практически, они не резиновые, они просто как из ткани сделаны, и все, у меня только вот на пузе держится оно как-то. Даже вот смотрю, прыгает очень сильно, прыгает. Ну ладно, посмотрим, что из этого выйдет. В общем, погодка сегодня просто шикардосная. Ну, очень сильный ветер, прям очень сильный ветер. По погоде писалось что-то там 9 метров в секунду, а это нифига себе. Так что местами будет сносить. О! Да ты тоже бы притормозил, ё-моё, летишь, хоть бы пропустил, что ли. Разъездились, блин, тут. Не, блин, это, конечно, никуда не годится. Камеру колбасит просто. Еще если поровно едешь, еще более-менее куда ни шло, но только где-то там такое неровное, все, камера просто колбасится. Блин, вот это не очень. Вот сейчас наехал на кочку, все. Оу. 5 машин. Так, вот сейчас поеду по кочкам. Тут как по волнам, ё-моё. Давно я тут не ездил. Блин. Вчера был дождь довольно-таки такой себе неплохой. Везде лужи. Стараюсь объезжать их. Вчера ехал на работу, ну, уже как бы ночью, будем так говорить. Заднее крылышко маленькое у меня отломилось, попала ветка недавно в колесо и оторвало это крыло. Да, вся задница у меня была заляпанная. Я вроде как легко оделся, но что-то, честно говоря, можно было ехать в одной футболке без вот этой вот черной штуки на мне. И было бы, я думаю, самый раз нормально. Жарко. Уже отвык от такой жары уже. Ну и наверх подниматься, наверное, минут 10. От
отличный такой подъемчик, не сильно напряжный. А в обратную сторону так вообще красота. Началась воздушная тревога. Хреново. Вообще суть вот этого того, что я еду наверх сейчас, это только одно. Это доехать до определенного места и спуститься с горки. О, собаки. Спуститься с горочки. Горочка там офигенная, она короткая, уклон там просто ядерный. Там такую скорость набираешь. Ну, 65 где-то у меня получилось разогнаться. Это жесть, конечно. Там нужно быть аккуратным. По стеклам прям проехался. Так, ну что ж, подъезжаем к мегаспуску. Так, сзади вроде никого нету. Сейчас надо немножко выдержать паузу и пропустить машину. Блин, их много как. Я буду лететь на большой скорости. Так, ну что ж, поехали. Машин очень много поехало впереди, но я надеюсь, что я их не догоню. Вот, блин. Ну, нормально, в принципе. Так, проехал я всего не всего
8,5 километров. Да, такой небольшой отрезочек. И сейчас, наверное, поеду в сторону следующей горки. Снова наверх. По улицам. Там еще одно красивое место. Ну и потом с горочки вниз. И домой. Ну что ж, буквально, ну не знаю, может минут 20 назад, может 30 минут назад здесь я проезжал. Только ехал я совсем в другую сторону. А теперь я буду ехать, ну, еще немножко. И следующая горка, по ней я буду подниматься тоже. Ну, минут 10-15 это займет. Ну, в целом я считаю эту горку... Ну, такой, немножко противной. Такая затяжная, длинная и немножко противная в подъеме. Думаю, наверное, надо остановиться, попить водички и где-то в кармане у меня была конфета. Пятьдесят три минуты в пути, ну где-то час я уже катаюсь, ничего себе. А я думаю, куда, что с зарядом аккумулятора, что-то он так как-то взял и почти весь ушел. А, Барбарисочка. Вот я и поднялся по горке вверх. Это заняло у меня, ну, чуть больше 15 минут. Плюс я останавливался. Еще и ветер встречный. Такой сегодня сильный. Вообще на улице вообще офигенно, класс, обалдеть. Погодка. Хоть и ветреная, но как-то классно вообще. Thank you.
здесь, на открытом месте, поля, ветер, конечно, сильнее, чем в городе. Прям боковой аж сдувает, жесть просто. Давно я не ездил в такой сильный ветер. Ну, прикольно. Можно было бы сейчас повернуть направо и поехать чуть-чуть, накинуть такой зверский кружочек на 4 километра. Где бы, там, конечно, классно, спуск, но назад потом 3-4 километра вверх ехать. Такое себе. Ох, сильный ветер встречный, жесть просто. Ну, по идее, я сейчас должен подняться наверх, развернуться направо, и туда ветер, по идее, должен дуть мне в спину. Я даже не знаю, слышно меня, что я вообще говорю? Ветер такой, что я своих мыслей не слышу. Так, тут разворачиваемся направо. И да, ветер в спину дует пока что. Очень даже неплохо. Так, всего я проехал 19 километров, 17:30 по времени. Отсюда наблюдать очень хорошо. С левой стороны закат красивый тут. Мы получаемся как на возвышенности, и в той левой стороне закат. Я частенько в том году сюда приезжал, и позапрошлом смотрел закат, очень красиво. Но до заката еще больше часа. Ну а я буду ехать домой. Сейчас будет классный спуск. Что-то я вожу свои очки на шлеме и все забываю их одеть. Ну что ж. Опля. Вот так будет лучше. Хотя я не люблю в очках ездить, честно говоря, но тут будет довольно-таки сильный ветер. Разогнаться тут можно будет сейчас очень хорошо. Прям вот да. Ветерок в спину, по всей видимости. Ух ты ж, ничего себе, по маслу как идет. Дальше ехать не буду, тут пешочком, потому что тут просто жесть. Хорошо прокатился, скорость там что-то 67 километров, получилось разогнаться, я уже всю выдавил из передач, что можно было. Фух, классно.
Что ж, думаю, на этом я буду заканчивать это видео. Прокатился так неплохо, хорошо. Отлично, хорошая погодка. Ну, на этом все. Всем пока. До следующих видосиков. Проехал я сегодня 22 километра с копейками, там с половиной. Ну, час 28, полтора часа. Ну, где-то час 40, наверное, грубо говоря, 2 часа. Все это дело у меня заняло. Ну, отлично. Пару часиков провел на велике. Просто замечательно.